Заправка с огоньком. В интернете набирает популярность видео из Сургута. На АЗС дама заливала бензин и зачем-то решила подсветить бак зажигалкой. Начался пожар, причем женщина сначала пыталась его просто задуть. Чем закончилась эта история, неизвестно, так как водитель автомобиля, регистратор которого и снимал все происходившее, спешно покинул заправку. К слову, интернет-пользователи осудили не только горе-автомобилистку, но и автора видео, который вместо того, чтобы помочь даме, поспешил ретироваться.